Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить Лилу Дмитриевну за организацию, за то, что меня пригласили сюда. Я немножко расскажу о компании Nonems и о том ассортименте, который есть у нас, овощной продукции, семена овощных культур. Компания Nonems является лидером семенного рынка в Украине на сегодняшний день и одним из лидеров во всем мире. Компания имеет достаточно большую историю. Основана была она в 1916 году в голландском селе Нунем, как частная маленькая семеноводческая компания. Со временем она росла, развивалась, и имеем, скажем, то, что на сегодняшний день одна из самых больших компаний в мире. Ассортимент компании во всем мире очень большой. Мы представлены в 28 культурах, у нас есть 28 культур, это около 2700-2800 сортов и гибридов по всему миру. В Украине ассортимент, конечно, меньше, и обо всем рассказать нельзя, но самое главное, мы вам покажем и расскажем. Одно из первых культур – это есть огурец закрытого грунта. При всем большом количестве огурца хотел бы определить, показать и рассказать о некоторых самых-самых важных изюминках этого гибрида, этих гибридов. На сегодняшний день в Украине самым ранним огурцом является гибрид Беттина. Он дает в холодных неотапливаемых теплицах урожай на одну неделю, 10 дней раньше, чем все другие гибриды, которые есть на рынке Украины. Он раньше всех выходит из холодного периода застоя и имеет очень короткий период развития до цветения. Беттина – это генеративный гибрид. Беттина – это ранний урожай, точнее, самый ранний урожай на рынке Украины. Беттина – это тяжелые плоды. Действительно, это так. Если, скажем, объем, как обычно люди выращивают и продают, да, в бананках. Одна бананка огурца весит, скажем, 22-24 килограмма, это стандартно. То одна бананка беттины — это уже 25-25,5 килограмма. За счет чего? За счет того, что беттина имеет толстую стеночку и маленькую семенную камеру. Плотность стенки выше, соответственно, как бы урожай, который получаете, больше, и больше вес продукции, который снимается. То есть беттина — это тяжелые плоды. Беттина — это генеративное растение. То есть это генеративное растение, маленькое, компактное, а работы с ним немного, но зато отдача достаточно хорошая, и я бы сказал, один из самых высших урожаев. Беттина – это спринтер среди огурцов, это самый ранний огурец на рынке Украины на сегодняшний день. Так вот прекрасно выглядит этот огурец в теплице. Один из новых наших гибридов является гибрид Барвина. Это тоже растение, как и беттина, компактное, маленькое, легко в уходе, но отличается тем, что имеет достаточно темные глянцевые плоды, у него нету воскового налета, вообще нету воскового налета. И плоды, когда их немножко натереть, они вообще на солнце блестят, они просто блестят на солнце, сияющие плоды. Достаточно тоже хороший, высокий урожай. Мы рекомендуем оба эти гибриды выращивать весной, как можно раньше сроки. На сегодняшний день в Украине началось активно развиваться много вирусов, так как мы работаем, ну, вообще Украина покупает продукцию в многих странах, а это самая Испания, Турция, завозятся вредители и болезни. И одна из новых болезней интересных, как бы, называется вирус желтизны свеклы, но поражает все-таки огурец. Переносится одним из видов белокрылки и, скажем так, приводит во втором обороте к тому, что растение полностью состоит желтого цвета и плоды не развиваются.
Я думаю, прекрасно знаете, что с вирусами бороться практически невозможно, нету ни препаратов, скажем так, единственный метод – это только удалить растения из теплицы, но если вся теплица пораженная, тогда результата никакого не будет. Поэтому как бы компания Nuna шла путем селекции, мы нашли гибриды, которые имеют устойчивость к данному вирусу, к заболеванию к данному вирусу. Это два новых гибрида, которые уже попали в регистрацию, они зарегистрированы в Украине. И с этого года они будут продаваться, это Сирин и Акелина. Оба эти гибрида, они предназначены для второго оборота, то есть это выращивание на осень. Это летняя посадка, летний посев для выращивания в осенний период. В осенний период до, скажем так, до начала холодов, до начала заморозков. Отличается от бетины и барвины тем, что растения мощные, сильные, имеют сильную корневую систему. Ну и главная особенность это то, что, о чем сказал, что устойчивы к вирусу. Плоды красивые, очень товарные, привлекательные на рынке. Имеют лёжкость до 7-10 дней на прилавке. Да? Или, скажем, если поставите на стол, они как бы к вечеру не повянут. Они будут лежать еще несколько дней на столе и будут хорошие вкусовые качества. Еще одна группа огурцов, то, о чем мы говорим, огурец для открытого грунта. Опять же, огурцов очень много у нас разных гибридов. Это и пчелы опыляемые, это и паты на карпики, это и раннеспелые, это и мощные, сильные растения. Хочу представить вам один из гибридов, это гибрид сатина. Сатина это раннеспелый гибрид, который имеет высокую урожайность. Паты на карпик, который, скажем так, годится или предназначен для всех видов переработки, это и засолка, это и консервирование в баночку, имеет плоды красивого зеленого цвета, не имеет белых прожилок. В баночке выглядит очень-очень красиво и привлекательно. Имеет высокие вкусовые качества, как свежая продукция, так и после переработки. Растение само является тоже генеративным, нуждается в уходе, но при достаточном уровне ухода дает очень высокую урожайность, особенно в первый период выращивания. Томаты. Томатов компании Nunims, я бы сказал, наверное, самая большая группа, самое большое количество гибридов – это все-таки томаты. Они разделяются у нас на три группы. Это томаты для закрытого грунта, томаты для открытого грунта для свежего потребления и еще одна группа, так называемая, томаты для открытого грунта для переработки. В принципе, вторая и третья группа для свежего рынка и для переработки, они, ну, скажем так, не имеют такой разницы, большой между собой разницы. Они все могут и в свежем виде потребляться, и перерабатываться в баночку, закрываться, и на томат-пасту. Просто те характеристики, которые ставились для данных гибридов в процессе их выведения, как бы дали возможность разделить их на две группы. То есть первая группа для свежего рынка, они более, как бы, побольше размер, более, имеют лучший вкус, более привлекательный внешний вид. А для переработки там немножко другие качества, томаты должны созревать одновременно, иметь высокую урожайность в один момент, легко отделяться от куста, ну и тому подобное. Сейчас мы к этому, как бы, подойдем. Итак, томаты для закрытого грунта. Есть у нас основные гибриды на сегодняшний день. Это красного цвета томат Аксиома, индетерминантный томат. Индетерминантные томаты розовоцветные, розовоплодные. Это Грифон и Нейрон. И два полудетерминантных томата. Это Аксай и Валдай. Аксиома. Ну, скажем так, вот так вот она выглядит в ящике. Когда человек собрал урожай, крупный плод, красивый, привлекательный. Масса плода идет 200-220 до 250 грамм, средняя масса плода.
а высокоурожайный гибрид раннеспелый. Отличается тем, что имеет насыщенную яркую окраску плода и высокие вкусовые качества. Я думаю, многие помнят томаты, которые продаются весной в Турции, да, то есть невкусный, возможно невкусный, возможно твердый. То есть томат имеет высокие вкусовые качества, как бы это его особенность. Он отличается от всех других этим. Вот так он выглядит на кусту. Плод красивый, выровненный от первой до последней кисти, привлекательный как на кусту, так и уже на прилавке, если его продавать, или уже, как бы, скажем, в тарелочке, когда мы его кушаем как салат. Скажем так, для аксиомы, аксиомы больше нету. Розово-плодные томаты, все мы помним еще с старых времен вкус розовых томатов. Это большие красивые плоды и очень вкусные, как бы, на сегодняшний день. Компания работает над тем, чтобы возродить доброе имя вот этих розовых томатов. Но мы помним, что в советские времена проблема была розовых томатов. Если ты его сегодня собрал, завтра он уже, как бы, не пригоден, он может потечь или стать очень мягким, разлезть и тому подобное. Компания Нонс, когда выводит гибриды розовых томатов, ставит за цель, чтобы возродить тот вкус, который был у нас, старый вкус, да, все мы его помним, и дать новое качество, чтобы плоды были немножко поплотнее, они были дольше, как бы, хранились или в холодильнике, или на прилавке. Ну и, конечно, высокая урожайность. Одним из таких гибридов, который имеет хорошую урожайность, отличный вкус, хорошая плотность, они не текут на второй день, они могут храниться спокойно и 5, и 7 дней в обычных комнатных условиях. Это томат Грифон. Имеет округлую форму, хорошая округлая форма. Размер плода идет 220-250 грамм. Первые плоды могут завязываться до 350 грамм и выше. Томат очень вкусный, и тот, кто его пробует, то его выращивает уже для себя или для продажи, очень им доволен. Нейрон – это новый гибрид, который мы сейчас имеем в ассортименте. Он в этом году только появился. Отличается тем, что имеет красивую, насыщенную розовую окраску плода, очень интенсивная розовая окраска плода, и, я бы сказал, идеально красивая ромная форма. Размер плода немножко поменьше, где-то 180-200 грамм, идеально красивые шарики, которые там собираются, и хорошо, если на реализацию хорошо реализуется или для потребления в свежем виде, они тоже достаточно вкусные и привлекательные. Если у вас имеется тепличка, но она невысокая, тяжело работать, тяжело поднять индетерминантные томаты, или если вам надо ранняя продукция и как можно раньше, тогда, как бы, скажем, маленькие домашние тепличники или большие хозяйства выбирают полудетерминантные гибриды. У нас это Аксай и Валдай. Два гибрида, которые имеют насыщенную яркую окраску, достаточно хороший крупный плод, это от 150 до 170-180 грамм, если за Аксай говорить, и раннеспелость. Валдай будет на 5-10 грамм меньше, но он будет на 2-3 дня раньше, чем Аксай. Вот такой ассортимент у нас для тепличного. Если у вас есть тепличка, эти гибриды вам могут подойти. Для выращивания они легко выращиваются и дают хороший результат. Урожайность высокая. Качество продукции одно из высших, которое можете найти. Попробуйте, не пожалеете. Томаты для открытого грунта, то, о чем я говорил, для переработки, для свежего рынка. Все они могут употребляться в свежем виде, все они могут консервироваться. Классик является из группы все-таки для переработки, но основное употребление — это свежий рынок, это ранний, я бы сказал, ранняя сливка. Если нужен томат сливка, то классик — это является универсальной сливкой. А раннеспелый — это где-то в районе 100 дней, а высокая урожайность и качество плодов. Солероса — это раннеспелый гибрид,
который предназначен для цельноплодного консервирования. На сегодняшний день все заводы в Украине, которые занимаются консервированием плодов, консервированием томата, да, в свежем виде, начинают свою работу с томата солеруса. Это гибрид, который имеет высокую урожайность. При такой неспелости, в районе 90-95 дней, это уже начинается сбор продукции. Растения компактные, легко собирать плоды. Вот так вот выглядит один куст. Фермерское хозяйство. Урожайность очень высокая и качество плодов очень высокое. То есть вкусовые качества, я бы сказал, одни из самых высших в группе для переработки. Лампа. Новый гибрид, который появился у нас буквально в прошлом году, немножко позже будет, чем солероса, будет немножко крупнее, уже в районе где-то 60 грамм, 65 грамм. Отличается тем, что очень концентрированное созревание. Буквально за два сбора можно снять все плоды с куста. Причем плоды, которые первые созрели, они не перезревают, они ждут своего сбора, до двух недель спокойно может висеть на кусту без потери своего качества. То есть если у вас продукция на рынок ждет, или если у вас маленькая дома дача или огородик, вы можете спокойно посадить, приезжать на дачу раз в неделю и делать спокойно себе сбор, собрали за две недели, переработали продукцию, и у вас уже все, скажем, все закрома. Группа томатов для свежего рынка, как так называемые, то есть это томаты крупные, вкусные, высокоурожайные. То есть одним из них является раннеспелый гибрид «Ламантин». Уже хорошо известный на сегодняшний день гибрид в Украине, закрывал себя с той стороны, что он, во-первых, высокая урожайность, крупный плод и долго как бы висит на кусту. Опять же, если у вас дача, вы идете раз в неделю туда, или не получилось через неделю, томаты не потрескаются. Если пошел дождь, томаты не потрескаются. Достаточно плотный плод. И спокойно вы соберете весь урожай, который вам, скажем так, который у вас есть на кусту, который вам куст дал. Шедиледи – это биф-томат. Это самый, я бы сказал, самый вкусный из этой группы томат. Вкуснее его, наверное, нету. Но он, скажем так, если ламантин можно собрать через неделю, через две, шедиледи надо все-таки часто собирать. Плод долго на кусту не висит. Но, опять же, повторюсь, очень вкусные. Плоды очень вкусные. Имеет большой размер плода, в районе 200-250 грамм, то есть это уже большой плод, красивый. Опять же, интенсивная окраска и, повторюсь, очень вкусный. Ну и из той же серии розовых томатов, розовоплодный томат для открытого грунта – это тарпан. Это неспелый томат. Размер плода немножко поменьше будут, чем у индетерминантных томатов, чем тепличные томаты. Это все-таки где-то 130-160, ну 170 грамм. Отличается тем, что красивая розовая краска, красивая форма плодов и высокие вкусовые качества.